телеграм-канале городской администрации «Вести» Дворянской сообщают, что в 2023 году в Самаре продолжится работа по благоустройству дворов в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, в 2022 году в областном центре только по нацпроекту преобразилось 56 дворов. Так, администрация железнодорожного района Самары заключила контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству 5 дворовых территорий по следующим адресам. Рабочая 85, спортивная 12, 14, улица Гагарина 29, улица Гагарина 41, улица Революционная 143, 145, 145А и 147. В рамках благоустройства запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов, обустройству парковочных карманов, тротуарных дорожек. Предусмотрена установка детских и спортивных комплексов с безопасным покрытием, скамеек, урн, ограждений. Проведено освещение и озеленение дворовых пространств. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывают, как получить разрешение на распоряжение имуществом, собственником которого являются несовершеннолетние дети. Консультацию дает начальник отдела организации деятельности по опеке и попечительству Наталья Будорина. Администрация Советского района Самары решила напомнить своим подписчикам о правилах поведения на катках. Катание на коньках – занятие прекрасное, но травма опасная. Чтобы эмоции от посещения катка остались только положительные, нужно выбрать теплую одежду, которая не сковывала бы движений. Обязательно наденьте перчатки или варежки. Важно подобрать правильный размер коньков и хорошо их зашнуровать. Коньки должны плотно сидеть на ноге. Если конек сидит неплотно, легко подвернуть ногу или получить более серьезную травму. Не пересекайте поток катающихся, избегайте любых столкновений, ведь даже легкое касание способно привести к падению, а падение – к травме. Если развязался шнурок, не стоит останавливаться и пробовать завязать его на льду. Лучше отойти к скамейке и завязать шнурок там.